Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 24 мая, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Мокия. Это древнегреческое имя, которое переводится как «юродствующий». Небесным покровителем его является священномученик Мокий Амфипольский, пресвитер. Святой жил на рубеже II и III веков в городе Амфиполе. Во время гонения на христиан святой убеждал язычников оставить беззаконные и скверные обычаи, покаяться, обратиться ко Господу Иисусу Христу и очиститься в святом крещении. За это его представили на суд к правителю. И там Мокий продолжал исповедовать истинную веру, а на угрозы отвечал: «Смерть за Христа – великое приобретение для меня». При десятках любопытных глаз святого начали истязать. Но муки свои он переносил с дивным терпением. После Мокия привели в капище, где святой именем Иисуса Христа сокрушил идола. Его тут же отправили в раскаленную печь. Находясь в печи, Мокий оставался невредимым, а когда он вышел, печным пламенем был сожжен сам правитель. На этом страдания святого не закончились. Тогда его отправили на съедение львам. Но звери, увидев святого, спокойно легли у его ног. Народ, потрясенный такими чудесами, стал требовать освобождения мученика. Святого Мокия отослали в соседний город, где и казнили. Еще один именинник – Сафроний, небесным покровителем которого является преподобный Сафроний Печерский, затворник. Святой подвязался в дальних феодосиевых пещерах Киево-Печерского монастыря в VIII веке. Он затворил себя в темной пещере, где ежедневно прочитывал всю псалтирь. За свою святость преподобный Сафроний был удостоен слышать ангельское пение. Прожил отшельник долгую и праведную жизнь, отойдя ко Господу с чистым сердцем. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Мефодия, Кирилла, Ростислава, Иосифа, Никодима, Михаила и Александра. Самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!